Москва, 28 августа, Эрспорт. Россиянка Елизавета Куличкова преодолела второй раунд квалификации открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Куличкова во втором раунде отбора взяла верх над итальянкой Настасьей Бернет, 6-3, 6-3. Соперницей Куличковой в матче за попадание в основную сетку Осопен будет победительница матча Дарья Касаткина, Россия, Тейлор Таунсенд, США.